Я сама не знала. Нет. Просто посмотрим, что как дома. Это я снимаю, да. Для архива. Угу. Классный архив. Угу. Да, зато будешь вспомнить. Да. Сбор... Приключения продолжаются. Сборы по-украински. Да-да. Прощание, ужин. Вкусно? Смотри. Полностью обложили сумками. А вы заметили собаку? Да, кстати, вот тут у нас собака. Чиба. Чиба, Чибасик. Чиба, привет. Ты еще там живешь? Да, там Чиба потерялся среди вещей. Да. Вот тут совсем другой ракурс. Посмотри, сколько. Ну, конечно, утренняя небрежность. А это да. Мы в центре для беженцев. Вон сколько людей. И все с чемоданами. Да. Не хотят они ехать в хороший отель. Тут вообще какие-то странные. Да. Поедем вот опять в какое-то ведро. Да, и будем там сидеть. Ведро. Молодец, Полина. Там вон кровати стоят. Ну, это, видимо, для тех, кто пока не может быть. Да. А вон там тоже машины, люди. Да, все с чемоданами. У нас тут кран сам включился. Да, это проклятая комната. Мне даже страшно заходить. О, все. А тем временем мы снимаем папарацци. Работают, работают. Только сначала покурили, а теперь работают. И то Оля там работает, а мама стоит. Мама с пакетами уже. А, да. Так, ладно. Что ты там посмотришь? Да там кран сам включился. Вообще хрипами что. А, зато хорошо, Чиби. Да, Чиби? Ну, шо? Не знаю. Не поминайте лихо. Все, ты пропала, я не вижу тебя. Ты в порядке? Все, все хорошо? Ну, отлично. Утречко. С добрым утречком. Да, 9 утра. Прекрасный солнечный день. И вон море. Красивая терраса, да. Угу. Да. Сейчас я покажу. Угу. Да. Вообще красота. Ну, это там дальше бассейн. Тут вон еще такой же отель. Да. Красота.